Давай. Так. 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 И так. Вот так. Живой остался, смотри, когда засранец. Но победа, победа. Видишь, они циклично, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот сверху получается и самого низу. А потом опять сверху и в самый низ. И снизу опять вверх, а снизу сверху самый низ. Красота, красота, просто получается то, что надо. У тебя есть целых 3 секунды для того, чтобы нажать лайк. Раз, два, три. И если ты успел, пиши в комментариях, чтобы получить от меня заветный лайк под коммент. Хейшки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Супер Хиро Лига, и в данный момент мы будем проходить, а точнее допроходить миссии за нашу прекрасную Супер Портал. Давай посмотрим, что за миссия. Вот у нас миссия, вы не забывайте, что после этих миссий мы идем проходить специальные миссии, которые нам как раз таки позволяют еще получить супер костюм. Разумеется, раскрывающий личность данного супергероя. Если вы, ребята, знаете, кто такие супергерои, то с вас лайк. Напишите самых известных супергероев в комментарии. Мне будет интересно узнать, какие вам нравятся из этих супергероев. А я пока вот так вот сделаю. Я пока сделаю вот так вот. Отлично, сработало. И оп, оп. Пройдено! Ой, ты что толкаешься? Фух, что он там не умер, братишка мой? Биба-боба-а-боба. А Бобыч, главное, чтобы не умирал, это очень важно. Все-таки мы не пройдем, если он умрет. Так, смотри, что здесь нужно сделать. Мы должны активировать. Активировали. И мы должны дезактивировать вот этого чувака. Победа! Легко и просто. Здесь что тоже очень просто. Здесь нужно сделать сразу несколько порталов. То есть мы отсюда берем. Оп, делаем портал сюда. Отсюда мы берем хоп, делаем портал сюда. Минус 2. Кстати, можно было попробовать как-нибудь одним порталом обойтись. Но я думаю, что это было бы сложно. Так, окей. Легко и просто. Вот чуваки стоят, отдыхают. Ну, давай попробуем им немножко помешать. Как это у нас будет устроено? А зачем я так пробую мешать? Заново, 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 заново. Нам нужно сделать, чтобы отсюда вылетел. Вылетела птичка. Влетела сюда. Отсюда вылетела птичка, влетела сюда. Я уж думал, все, они не умрут. Ты видал? Они бесконечно просто лежали и все, отдыхали. Окей. Окей, все нормально. Вроде бы справились. Здесь что нужно сделать-то? Вот это непонятно, слушай. Здесь нужно сделать так, чтобы этот чувак телепортировался туда-сюда. Чтоб этот чувак вот этот чувак сейчас взорвал бы эту фигню. Ну вот как ты так сделал? Он отлетел в него, ты представляешь? Это вообще справедливая фигня? Так. Итак. Ну коснись! Ну коснись! Издевается! Ну ладно, давай быстрее делаем. Блин, все равно! Я по таймингам! Что с таймингами? Фух, наконец-то! Наконец-то попали вовремя! Победа! Так, смотри! Здесь мы берем этот шарик, просто кидаем в этого чувака, не попадаем с первого раза. Повторяем то же самое второй раз. И выигрываем. Победа, победа. Боба стоит в недоумении, не понимает, что происходит. Но главное, что он пока что был в безопасности. Потому что потом я что-то видел, то что с ним не все безопасно-то было на самом деле. Так, с этими чуваками нужно было разобраться. Давай попробуем разобраться все-таки до конца. Разобрались. А-а-а, ты что лежишь-то? Я думал, ты тоже подох. Говнюк какой, а? Давай сделаем так. Сделаем так. Отлично прыгают. Веселятся. А там один жив или трое живы? А много живы? Почему? А, давай сделаем тогда по-другому. Делаем так. Делаем так. А зачем я опять так же сделаю?
Я же сделал то же самое, разве нет? Но мы выиграли. До этого почему-то не получалось. Провали это, и ты... И это будет настоящий разрыв. Ха, я не оставлю следов. Я, наверное, понимаю, что нужно сделать. Нужно сделать вот так вот. Раз. Два. Три. А зачем я так делаю? Что-то я ничего не понял, что я делаю. Так, подожди. Делаем раз. Ну, в принципе, все правильно, наверное. Раз, два, три, четыре. Он не долетает, блин. Он не долетает. Окей. Короче, нужно сделать так, чтобы он долетел, но потом не разбился. Давай сделаем сначала портал, который мы точно будем знать, что он долетит. Хотя зачем мы это делаем? Я ж могу сделать так. Раз. Я ничего не понимаю. Два. Три. Четыре. И мы живы, здоровы. Победа, победа. Нужно было ровно два портала поставить. Мы и сделали это. Ну, четыре. Все. Мы прошли все основные миссии за супер портал. Ну, идем в обычные. Точнее, необычные. Те самые, которые стоят бабла. И которые приносят нам еще больше бабла. Так, смотри, что мы здесь должны сделать. Мы, видимо, должны вот этим чуваком сбросить вот этого чувака. Победа. Удивительно, но победа. Учитывая, что он там почти буквально несколько сантиметров и вывалился, мы, в принципе, победили неплохо. Так, хорошо. Что с этим чуваком делать? Блин, ну я понял. Я понял. Давай сначала поставим портал, который спасет этого чувака. А я с этим... А это как умрет тогда? Блин, блинский. Это же не умрет тоже. Лол! Смотри, этот как сидит. Это вообще когда уселся, жопой пролез сквозь текстуры, сделал ямку себе в этом, в кирпичном... кирпичном полу. А тот каким-то образом погиб. То есть вот этот выжил, а тот погиб. Непонятно, как это работает. В любом случае, победа. Вот и все. Вот и все, ребята. Первая миссия пройдена. Прикольные, прикольные миссии. Очень мне нравятся. Дополнительные. Так, смотри. Что у нас тут получается? Делаем так. Делаем так. Делаем так. Делаем так. Делаем так. Что происходит? О, я туплю. Неправильно сделал. Делаем так. Делаем так. Не, зачем, зачем, зачем? Делаем так. Блин, я не понимаю. Наверное, наоборот нужно делать. Да, наоборот нужно делать. Давай. Так. 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 И так. Вот так. Живой осталось, смотри, когда засранец. Но победа, победа. Видишь, они циклично. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот сверху получается, и самого низу. А потом опять сверху, и в самый низ. И снизу опять вверх, а снизу сверху самый низ. Красота, красота. Просто получается то, что надо. Смотри, сколько здесь порталов. Я, в принципе, понимаю, что нужно сделать. Наверное. Смотри, что мы делаем. Делаем раз портал. Делаем два портала. Делаем три портала. Делаем четыре портала. Делаем пять портала. И делаем шестой, последний портал. Просто по очереди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Разложили, блин, такую пирамидку. Нифига здесь костюм у нее. Это супер портал. Я думал, это девушка, а видишь, здесь уже мужика нам показывают. Либо это мужественная девушка. Это заставляет задуматься. Вроде бы здесь девушка, а там мужик какой-то в пиджаке. Кто знает,
что там скрывается. Так, смотри, что у нас здесь предстоит там. Нам нужно просто попасть. И мы попадаем с первого раза, господи! Что за профессионал, что за баскетболист? Подожди. Ничего не понял, я прошел, нет? Я же до этого прошел. Или это другая миссия? Я не понял. Или я не убил его? Кто понимает вообще что? Так, подожди, я ничего не понимаю. Здесь уже нет, увидишь, этой штуки. Я понял, в чем прикол. Здесь нет стены. Там вроде была стена, да, получается. Мне нужно идеально попасть в этого чувака. Ну так, получается, уже не кину. Мне нужно кидать вот так вот, наверное. То есть максимально через него перебрасывать. Давай попробуем. Да ё-моё. Блин, коснулось все-таки. А так идеально, в принципе. Блин, да что ж ты будешь делать? Немножко повыше. Пошел в жопу, блысик, блин, этот. Боба, хватит ловить своей головой это все. Опачки! Красота! Да, это был второй уровень, и, в принципе, все одинаковые. Я уже думал, сейчас все будут подряд одинаковые, но нет, видишь. Так, мне нужно идеально попасть вот этим вот кубиком. Вот. Сюда. Ха-ха! Офигеть, посмотри, да? Вообще никого не коснулся. Как надо, все идет. Опачки, а вот это уже интересно. А как это все реализовать? Ага. Блин, я не понимаю. А каким образом я должен коснуться всех? Может быть, если я кину так, то что-то произойдет? Нет, она просто встанет и все. Давай кинем так. Вот тут это уже интересно. Это уже что-то сложное пошло. Блин, как реализовать это? Непонятно. Как коснуться всех четверых? Может быть, здесь? Лол, посмотри, что я могу! Чит! Я нашел чит. Нормас! Офигеть, ты прикинь? Я могу, оказывается, использовать пол, который не застеклен вот этой вот фигней, вот этой зоной, которой я не могу пользоваться своими способностями. Офигеть! Это как я должен был додуматься? Ну, мне, конечно, можно вот таким вот, такой формы, да, получается, фигурой достичь того, чтобы рано или поздно попасть во всех. Ну, блин, насколько это сложно! Это практически нереализуемо. Это может случайно только получиться. Смотри, какой костюм у Супер Портала. Офигительный. Посмотри, как он выглядит. Это у нас Супер Физик, это Супер Шарп и Супер Портал. Кстати, у Супер Шарпа, ой, у Супер Физика гораздо больше миссий. У него 384 звезды можно заработать. У Супер Шарпа и Супер Портал, к сожалению, по 192 только. То есть, два раза меньше, правильно? Правильно. Так что, ребят, у нас дальше еще есть супергерои, не забываем про это. Так что обязательно ставим лайк, обязательно ставим лайк за то, что я как раз таки открыл этот костюм. Я видел то, что многие писали, что хотят, чтобы я пооткрывал костюмы. Надеюсь, вам нравится, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите в комментариях, не забывайте про паблик ВКонтакте, ссылка в описании, в шапке канала. Про все социальные сети не забывайте. И вот это, слышите? Что это? Что это, можно написать в комментариях? А потом на это же, что вы написали в комментариях, нажать, чтобы вам приходили оповещения. С вами был Олег, спасибо за просмотр и всем до встречи.